Какое впечатление оставило сегодняшний этап? Ну, для нас это было, можно сказать, первое боевое включение для некоторых молодых футболистов. Приехали сюда практически полным составом играть. Потому что через 4 дня у нас состоится матч с Спартаком. И мы очень, конечно, надеялись на то, чтобы пораньше прилететь. Конечно, у нас еще дорога в пути заняла 12 часов. К сожалению, Хабаровск не принимал. 3 часа пришлось посидеть в Братске, но это ни в коем случае нас не оправдывает. Игрой я доволен. Да, увидел, как некоторые футболисты на что они способны. Конечно, есть над чем работать. В первую очередь я бы хотел отметить наших молодых игроков, в том числе вашего земляка, который играл у вас, да, в нашей команде. Тоже первая игра, неплохо себя проявил. Перспективный парень, думаю, будет расти. А так, я говорю, в принципе, довольно игрой, но нет. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Ну, то есть результат для вас был, в принципе, сегодня не принципиален? Или победить хотелось? Нет, конечно, хотелось бы победить, потому что кубковая игра, все-таки старшие товарищи на спине ждут с победы. Хотелось бы пройти в кубке как можно дальше. Тем более в нашей команде, как говорится, это традиция на первом этапе не вылетать. Вот это давнишняя традиция. Команда не просто так уже участвовала два раза. В одну давнюю вторую доходила и участвовала в финале Кубки России. Поэтому хотелось бы не подкачать старших товарищей. Они очень на это надеялись. Но это футбол. Ничего страшного не произошло. Поле сегодня какой-то оттенок на игру наложило? Ну, поле для обеих команд одинаковое, здесь говорить не приходится. Конечно, для нас это немножко было неожиданностью, что поле в таком состоянии. Во-первых, мягко, во-вторых, я так понимаю, что большие дожди у вас проходили здесь, да? Ну, ничего, для команды, для обеих команд в равных условиях. Пожалуйста, еще вопрос. Тоже слух о сопернике. Соперник мне понравился, да, есть добротные футболисты, знаю прекрасные тренеры.